Шалом, Броха. Одна из шести заповедей, которые человек может выполнять 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это Ават Ашем. Человек, мы любим Творца. Это Ваавта Ашем Элокеха, что мы действительно, у нас есть заповедь любить Творца. Если это так, то мы должны тоже помнить, что не только мы любим Ашема, Ашем любит нас. Каждый раз, когда мы говорим «Ваавта Ашем Элокеха», когда мы говорим «Шма», перед этим мы говорим утром и вечером, мы говорим, что Ашем, он выбирает «Абохер Эсамо Исраэль Беава», он выбирает еврейский народ с любовью. Имеется в виду, что если ты знаешь, что кто-то любит тебя, тебе гораздо легче любить обратно, любить его. Так что каждый раз, когда нам упоминается «Ваавта Ашем Элокеха», ты должен любить Творца. Мы должны помнить, у нас есть вступление Ашем, у него есть огромнейшая любовь к нам. Как пример этому, иллюстрация, мы хотим сказать, что эта любовь сравнивается как отец, как родители любят своих детей. У них есть неограниченная любовь к этому. Любовь Творца, она гораздо больше, чем это. В Армении в 1988 году, почти 30 лет назад, один отец, у него были очень-очень близкие отношения с сыном. Сыну было 8-9 лет. Они делали все вместе, это была одна душа. Отец говорил ему постоянно, что он всегда будет вместе с ним, что бы ни случилось. И так они проводили каждый день вместе. Отец приходил, отвозил в школу, он забирал его из школы. И так в декабре, 7 декабря, он отводит своего сына в школу. И в 12 днем происходит землетрясение. Это землетрясение, оно сотрясает эту небольшую страну. 40% страны находится разрушено. 25 тысяч, как минимум, человек погибают. 500 000 людей находятся без крыши. И 150 тысяч людей, они инвалиды, они ранены. Отец, он выживает. Первое, что он делает, он бежит к этой школе. Он видит, что все здание, оно сложилось как карточный домик, оно просто вот так вот рухнуло. И он в панике, он начинает вспоминать, где находится класс, вот эта вот комната, где учится его сын, любимый сын. И он помнит, он делает себе схему в голове, где может находиться эта комната. И он сразу же начинает в этом месте, где по его расчетам это находится, он начинает потихоньку убирать камни, чтобы как-то проникнуть туда вниз. Приходит мэрия, приходит даже милиция, они стараются его остановить, чтобы он, это опасно. Все силы, все армии и так далее, они находятся на объектах, где можно кого-то спасти. Там это безвыходное положение. Но он не слушает никого, его даже силы кто-то пытается убрать, ему ничего не помогает. Другие родители проходят, они плачут. Он находится там часами, он убирает камень за камнем, булыжник за булыжником, булыжник за булыжником, и он потихоньку опускается вниз. Проходит 12 часов, он все еще там. Иногда люди приходят, они ему что-то помогают, они уходят домой. Он продолжает опускаться вниз. Так проходит 24 часа, уже сутки. Он не сдается, он не уходит. Единственное, он принес какой-то фонарь, и он продолжает идти дальше, опускаться вниз. Проходит 36 часов. 36 часов он уже находится очень глубоко. И тут он слышит голоса, и он кричит имя своего сына, и сын отвечает ему «Папа, папа!» И он слышит, это его сын. И в конечном итоге он проникает туда, что действительно произошло. Класс его сына, он сложился как треугольник, и все остальные стены, которые попадали, они сложились на него. И вот этот вот треугольник, он держался как крыша над этой комнатой, где находился его сын. Он проникает туда, его сын сидит в окружении других ребят. Почти весь класс смог спасти вокруг там. И потом они узнают, что его сын, он все это время, он говорил своим друзьям, чтобы никто
не терял надежды, он говорит, что я знаю, что мой папа нас спасет. Я знаю, что мой папа мне всегда обещал, что мы всегда будем вместе, ничего, никто не может разъединить, я знаю, что он меня не оставит здесь. И так он спасается, еще 12 детей вместе с ним, которые он, этот сын, сидел в середине, он всем, все это время, он говорил, я обещаю вам, что отец нас не оставит. Это пример, как сын любит своего сына. Это пример, как Рибоно Шелолам, Творец Ашем, он любит каждого из нас. Каждый из нас, когда мы обращаемся к Ашему, с Ава с Ашем, мы должны помнить, должны понять, что это неограниченная любовь Ашема, которая влияет к нам. Если человек это знает, он понимает, тогда его жизнь, его испытания, все, что происходит вокруг, это принимает другой свет, это дает ему силу. И в следующий раз, когда мы говорим «Абохарет Ашем Беава», Ашем выбирает еврейский народ с любовью, Ашем любит еврейский народ, любит меня, любит тебя. Мы знаем это, мы тоже любим Творца, это жизнь, она обретает другой свет. Спасибо, счастливо.